Общественное обсуждение определили квоту на отстрел диких животных в регионе. Учет численности каждого вида особи проводился зимой. Как рассказывают специалисты службы по охране объектов животного мира, считали следы млекопитающих, которые пересекали заранее выбранный маршрут. Это так и называется – маршрутный учет. Согласно ему, биологическое разнообразие региона не нарушится, если будет отстреляно 1813 кабанов, 399 лосей, 51 барсук, 9 рысей, 7 медведей, 3 выдры и 2 пятнистых оленя. Добыча благородного оленя запрещена.